Так, ну вот так вот все это выглядит. Сейчас хотя бы верхнюю площадку попробую замерить там, что размеры были под вопросом. И, ну как получится, короче. А, ну сзади там, сейчас я проползу. Ну, сантиметров 70, наверное. Вот это нам площадка нужна. И сейчас я ее попробую. А, еще диаметр вальцов, наверное. Не диаметр, а ширину вальцов. Так, ладно. Чего не сделаешь ради продвижения сельского хозяйства. Чего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Если наше государство изначально убивает его, что ты тут сделаешь? Вот и ничего. Так. Ну, один валец откопали. Сейчас. Ну вот. Вал торчит. Вальца. Сам сперва по краям барабан. Так. 1,49 м. По валу 1,58 м. Сейчас смотрю там, чтобы по валу. Так. 16. И здесь где-то 10. То есть 26. 1,49 м плюс 26. Теперь это площадка. Площадка и ее надо замерить, чтобы у нас уже было размеры минус 15 сегодня. Так, вот она. Значит, ширина ее 55. Пятерка. Это до угла. И сейчас я ее здесь замерю. То есть какая ширина будет. Сейчас. Может, с той стороны легче будет. Поверху вот этого угла. Поверху. Значит, блядь. Девяносто девять. Сейчас понизу. Восемьдесят семь. То есть вот эта вот площадка. А, высоту ее еще. Сейчас полная высота профиля десятка. Вал сделал, этот профиль сделал. Так, сейчас прервусь, посмотрю электронку, что там еще просил. Что смогу сейчас здесь. Так, прервался без толку, я ни одного телефона не взял. Дам сюда. Так что, так, вроде бы этот профиль, барабан, диаметр, по-моему, не нужен был, вал весь целый этот. Ну, значит, через день-два еще раз сниму, откопаю здесь.
Надо будет, может, прогребсти. Минус 15, так, не очень комфортно. Так, вторую фотку не смотрел, потому что вроде там все профиля этой площадки внутри. Это все откапывать надо. Так что пока все. Так, это у нас Тверская область. Вот так вот у нас. О, бля. Ладно. Так, коротенькое видео будет у нас, как в худом колхозе. Еще и дверь на распашку. Так, 15 градусов давит. Не грел, ничего. На 24 завожу. Так, воздушку бы закрыть. Ну, тогда не получится показать, как этот процесс будет выглядеть. Под аппарат в небо будет смотреть. Ну ладно, сейчас тогда одной рукой, как все профессионалы одной руки, попробую, если что, воздушку закрою. Да, тяжеловато ему. Надо закрывать. Но мотает. Так, что будет там, то будет. Закрываю. Воздухан и будем пробовать. Сплений выжил. Ох, долго мотает. Хо-хо-хо-хо. Уже воздухан открыл. Ну, долго, конечно, долго. Все-таки надо подогрев маленько ставить. Вот эти качели плюс-минус. Вчера было ноль, с крыши у меня таяло. Ну, значит, плюсовая была. 0, минус 3, а сегодня за ночь минус 15. Пускай потарахтит. Колесо накачаю. Колесо задолбало, надо его, блядь, делать. Херовенько, но завелся, ладно.